Вот мы сейчас находимся на следе, который я сделал вчера, проработав на нашем ротраге. Вот, в принципе, след, который оставляет ротраг. Вот. Здесь была поверхность, уже приготовлена раньше нашими колесным блоком. Это у нас разминочная петля, приготовили. И вот сейчас, вот, если посмотреть, вот я пятка бью, видите, какая твердость? Потому что здесь очень хорошая подложка. Очень хорошая, вот. Она вообще не разбивается. Вот. И поэтому вот этот след, вот этот вельвет, ну, в принципе, то, что нужно. Вот это и есть снежный бетон, так называемый снежный бетон, который вот все стремятся. При хорошей подложке получается вот такая поверхность. А теперь покажу другой момент. Вот. А вот здесь ротрак проехал просто гусеницами. В чем и беда. Вот после гусеницы поехал, та же самая поверхность будет в таком состоянии. То есть надо обязательно зафрезеровывать. Вот зафрезеровываем, тогда получается ровно. Если не фрезеровать, получится вот такая. Вот здесь ротрак проехал по поверхности, которая, ну, подготовлена была. Я тут проехал, смотрите, что получается. Вот этот след, если для горнолыжника это еще терпимо, ему это до лампочки, то для лыжных гонок, для гонщика-равнинника, это, конечно, смерть. Более того, ротрак поднимает, тут снега не так уж много, начинает поднимать камни. Вот такие. Ротрак требует очень много снега. Вот когда есть снег, тогда получается хорошая трасса. Поверхность получается вот такая. Это при условии, что есть снег. Когда снега мало, получается вот такое вот. Вон, видно. Вскрытие земли, к сожалению, это плохо. Это плохо. Вот такие основные ограничения ротрака. По возможностям его надо снег. Надо, чтобы было много снега. Тогда он будет хорошо работать. Пошли, посмотрим ротрак. Сейчас. Вот сейчас на Карпово мы готовим вот эти все трассы, которые здесь, в нашем оборудовании. Вот тут у нас линейка представлена всего, что мы делаем. Здесь вот стандартный колесный блок. Здесь новый проект, который вот у нас в следующем году будет, это Хаски, новый проект. Резак. Маленький Уральс, мы ее сейчас отдали в спортивную школу, сейчас там нарезают классику. А так-то вот оно, все оборудовано. Вот новый Урал. Эти машины всегда стоят на улице, там где много холода, поэтому 220 подъезжается, ставится, и он прогревается, все, масляная система, двигатель, и поэтому в мороз он сразу запускается. Гидравлика не разрешает работу, когда масло отрицательная температура. Здесь все стоит подогрева на всех ротраках, и мы также продолжаем ту же тему, что делали раньше, подогрев всего. Это Александр Николаевич Овчинников. Это человек, благодаря которому я стал заниматься лыжными гонками, то есть разрабатывать технику для лыжных гонок. Он с Сыктывкара, он когда-то заказал мне горнолыжный подъемник, там мы познакомились с ним, делали ротраки, и теперь вот он уже является, так сказать, специалистом по ротракам. Потому что он их лучше знает, чем даже я, потому что я когда уже давно от этой темы отошел. Но я сейчас работаю в другой теме, я сейчас работаю, делаю прицепные устройства, буксируемые, а он эксплуатирует эти ротраки. Ну, хорошо, вот видите, это хорошо. Так что сейчас он все сделает, да. И после обеда позвонит нам, скажет, что попробует. Оставили его в покое, он его прошьет. Ага, замечательно. Я говорю, 21 век. Через радиоволны. Пока не сбили. У нас на самом деле компания занимается управлением с Екатеринбурга.
Ага. Вот, компания проект системы, они резидент из Колково. Молодцы. Да, ребята, что я хочу сказать? Вот мы сейчас с Николаевичем стояли, смотрели. По сравнению с тем, что, конечно, было, это, конечно, прорыв. Это интересная машина, она очень близко, во-первых, по своей функциональности к импортам. Сейчас добиться качества, чтобы она работала так же. Хотя тут, конечно, по ним... Она будет работать, когда она денется. Да, нет, ну там есть некоторые нюансы, чтобы именно так же надежно, гарантированно, если это не было вот постройки, чтобы сел и поехал. Нормально. Все, тут... да. Так что очень хорошо, вспоминая наши первые ротраки, это, конечно, мы старались. Это, конечно, молодцы, молодцы. Продолжайте, если будет так продолжать, и будем, конечно, помогать, это будет вот такое дело. Почему очень важна подложка? Если ротрак выезжает, например, один раз, там много снега и сделает, вот на вид вельвет хороший, вот здесь. Ну, смотрите, что получается. Я вот беру, вон, видите, все, вон, я проваливаюсь, потому что слой только вот верхний проработан. Вот проработан верхний слой. А дальше все, рука. Ротрак тоже требует постоянной работы на трассе. Там, где есть подложка, там получается хорошо. А здесь вот, вот только верхний слой, вот такой слой проработан. Дальше вот ничего нету. Все. И поэтому палка сюда, когда будет гонщик идти, он воткнет палку, пробьет, и палка сломается. Красота не только в том, что красивая поверхность, но должна быть функциональная трасса. Должна быть готова во всем своем объеме. Еще один очень примечательный момент. Вот этот след, это когда человек вышел после моего проезда. Я вот проехал на ротраке, а человек вышел. Оно еще не смерзлось. Вот, поверхность ровная, но вот что получается. Вот видите, какие следы. Все. Вот сейчас они замерзли. А на самом деле, вот человек прошел, вот такие следы оставил. Это к чему говорю? Когда готовится трасса, никого не должно быть. Никого. Никто не должен выходить ни на коньках, ни на лыжах, ни ногами. Потому что вот что получается. И вот, пожалуйста, след. Оп. Прошел по незамерзшей трассе под человек. Вот что прошел. И вот тут трасса, когда смерзлась. Вот посмотрите, какая разница. Вот я здесь стою, вот она жесткая. У меня нога не проваливается. И в то же время, когда она была готова, вот здесь она провалилась. Вот человек шел, провалился. Здесь я уже не проваливаюсь. 4 часа, 3-4 часа минимум должно быть, чтобы трасса встала. И тогда она будет хорошей. Даже после ротрака и после резака, ну, еще общее время 3-4 часа после подготовки. Никого не должно быть на трассе. О, смотри, вот он, видишь? Оттуда. Вот так столько снега. Сейчас изменят режимы работы. Изменят режимы работы. Мы как раз посмотрим это. Скорость фрезы увеличит.
когда идет, держит классику, по жесткому снегу плохо получается. Мы второй раз проехали, ну там мы поняли, в чем дело. Обороты фрезы максимально сделаны. Скорость двигателя, же зависит от двигателя. Они не отдельно, они сами по себе работают. То есть вместе с двигателем. Увеличив обороты двигателя, уменьшив скорость, увеличился оборот и 100% поставил, начал лучше прорабатываться. Да, комки уже меньше стали. Вначале комки были по старой трассе, поехали по жесткому, комки были. Но когда начали делать классику, что получилось? Видишь, не хватает фиксации площадки. Она люфты, она ды-ды-ды-ды-ды. Вот видишь, это и спрашивали. Да, рыски. И даже рыска не от того, что ратрак. Да-да. Я говорю, что крылышки, они позволяют. Да, у меня крылышки стоят. Совершенно верно. Потому что не сам еще. Одно дело, что ротрак рыскает, это второй вопрос. Ну, первый вопрос. Но это второй. Я да. про это и спрашиваю. Да. А это вот она гуляет, поэтому лыжня получается вот такая. То есть вам надо фиксировать левый провод? Нет, зачем? Нет, надо крылышки делать. Поставим вот эти вот боковые. Рюкзачки вот с этим. Гребеночки, она стабилизирует. И пластины боковые заглаживающие обязательно. Это пластины, и там такие эти самые. Сделать и попробовать надо. Рюкзачки, пожалуйста, ставь. Да. Вот. Мы сейчас снимаем первый проход работы фрезы по очень жесткому снегу. Здесь был бетон. И вот эта фреза, пройдя по этой поверхности, вот получается такая фракция. То есть не хватает, надо второй раз проходить.